Всем привет! Сегодня мы едем в мини-путешествие с друзьями мужа. Некоторых из них я уже знаю, некоторых нет, так что нам предстоит познакомиться. Мы сняли номер в пансионе, будем устраивать барбекю, знакомиться поближе. Муж с друзьями будет очень много пить. Меня, к счастью, это не ожидает, так как я в положении. Почему к счастью? Потому что корейцы, когда пьют, они пьют как в последний раз. Я таких темпов не вывожу. Сегодня вы в этом убедитесь. До заселения еще есть время. Так что мы приехали к морю. Сейчас пойдем в кафе. Друзья уже ждут. Мы приехали последние. Вот они. Встретились впервые за долгое время. Приехали на рынок морепродуктов. Будем закупаться. И Эльке уже не хочется сидеть в коляске, но ничего с этим не поделаешь. Аурисая! Мы будем жить в одном из этих домиков. Там вот летом работает бассейн. Жаль, что сейчас зима. Яна, ирива. Сейчас я вам устрою небольшой рум-тур по этому дому. Он оказался больше, чем я думала. Здесь гостиная, там кухня, но перед тем, как показать вам кухню, давайте покажу вам спальню. Спальня номер один. Здесь кровать двуспальная, туалетный столик. Полы здесь отапливаются, теплые. Такой вот вид из окна. Тарана, котя! Еле ищет. Здесь вот туалет душем. Здесь спальня номер два. Здесь есть большой шкаф для одежды. Кровать также двухспальная. Книжный шкаф. Тут еще одна спальня. Здесь тоже туалет с душевой. Ну а здесь кухня. Так. Это опасно. Кухня большая. Здесь тоже есть комната. И можно выйти во двор. Сейчас я вам покажу второй этаж.
Второй этаж будем использовать мы. Здесь также есть кухня. Здесь есть тоже туалет с душевой. Дверь пока закроем, чтобы дверь отсюда не выпал. И здесь наша спальня. Будем спать на полу на таких одеялах. Почему на полу? Потому что Ель может свалиться с кровати. Так что здесь вот идеальное место для нас. Наши вещи тут расположились. Мы переоденемся в более удобную одежду. Вот такой вот вид из окна. И здесь, кстати, еще одно, что я вам покажу. Кореде? Папа! Здесь вот такой вот красивый вид. Здесь лестница, можно спуститься вниз. Настало время для барбекю. Здесь палатка. Мне не холодно. Замерзли и перешли в дом, нам установили караоке. И все интересно. Оставили столы сюда. Будем кушать и петь песенки. Я бы хотела жить в таком домике. Это прям моя мечта, выходить вот так вот на балкон с таким вот видом шикарным, дышать свежим воздухом, здесь читать книги. Так что давайте, это будет наша визуализация. Это прям наша с мужем мечта.